It is something without which we cannot imagine the modern world. Something that unites millions of people from around the world and makes our mood evokes emotions, passion, love, endless imagination. This art is perhaps the greatest and beautiful art in the mankind history. Welcome to Sound & Music with Roman Messer. Всем привет и добро пожаловать в радио-шоу Swan The Music, эпизод 332. Меня зовут Роман Мессер, мы вещаем наши выпуски из Санкт-Петербурга. В сегодняшнем выпуске ждет специальный гость, мой хороший друг Алексей Якимов, также наш совместный трек, который я представлял на фестивале Трансмиссии, а также новинки от Майкл Миллоу и многих других. Начинаем наш выпуск с Милад и Дэвид Дири Expedition. Поехали! We'll be right back.
корабля борт. 50 секунд полета. Давление в камерах сгорания в норме. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. Тангаж рыскания вращения в норме. Есть отделение первой ступени. Подтверждаем отделение первой ступени.
the world on fire, my heart on the line, 'cause I'm screaming your name like a choir, but there's no answer to all of the cries. I'll be living in vain forever. You're the voice that's in my head, like a bullet that had its way. Used to listen to слушайте радиошоу Swan The Music, эпизод 332. Прямо сейчас новая композиция от моих хороших друзей AMTM and Amin Salmi под названием Ricochet. Композиция, которая вышла на лейбле Marlow Reaching Altitude. Напоминаю о том, что мы вещаем в Санкт-Петербурге на трех платформах ВКонтакте, на Фейсбуке и на Ютубе каждую неделю. Пишите ваши отзывы, пишите ваши пожелания. Также хочу напомнить о том, что сегодня мы представили нашу новую работу с Алексеем Якимовым, которая называется Mass Effect. Эту композицию я играл в Москве, в Санкт-Петербурге, и людям она очень хорошо понравилась. Надеюсь, понравится и вам всем. Ну а прямо сейчас специальный гостевой микс от Алексея Якимова. Встречайте! We'll be right back.
Rwanda music. We Roman Messer. Слушайте радиошоу Swan The Music, эпизод 332. Меня зовут Роман Мессер. Мы вещаем в Санкт-Петербурге. Прямо сейчас специальный гостевой микс от нашего гостя Алексея Якимова. Привет, Алексей. Расскажи, что ты играл сегодня для нас. Сегодня я отграл 4 своих трека, которые вышли на Суанде и, соответственно, трансмиссии. Первый трек назывался Manic Star. Трек, написанный в фьючер направлении. Следующий был трек, назывался Троя. Забавная история с этим треком связана. Вот. Следующий трек был Lost in the Fire. И последний трек, замыкающий Web of Shadows. Каждый из этих треков был назван соответствующим эмоциям, которые я испытывал в момент написания. Как раз таки хочется поговорить про Web of Shadows. Была вечеринка у нас on the Music, и ты подошел, дал мне флешку. Это на самом деле было очень круто, смело, и я считаю, что благодаря таким моментам люди могут как-то себе этот, ну, заявить о себе как-то. Круто было, что на флешке было много демок, а также была информация о тебе. Я помню свое время, когда Армин приезжал, ему дал просто флешку, на которой были просто треки, никакой информации не было. Вот это ошибки молодости как бы. Расскажи, пожалуйста, вообще, с чего у тебя пришла такая идея, там, дать флешку и более того, там, отдать полную подробную информацию, чтобы потом тебя можно было найти. Ты где-то вот, может, мастер-класс какой-то, может, наш увидел, или вообще просто. Расскажи вообще, как тебе пришла в голову идея и что ты чувствовал в этот момент? На самом деле, эта идея была не моя изначально. Об этой идее поведал мне один мой хороший знакомый, Макс Максимов. Ты с ним знаком. Он рассказал мне истории Above Beyond и Роджера Шаха, потому что, насколько я понял, Above Beyond и Роджер Шах нашли друг друга точно так же. И вот как он мне рассказал об этой идее, прошло где-то, наверное, ну, дня 3-4, я узнал о вечеринке Суанды Valentine's Day, и тут я вспомнил слова Макса. О, это то самое, да. Пошел, накупил себе флешек. Насчет информации все очень просто. Однажды я зашел на веб-сайт Армады, где они написали, как лучше отправлять демки. И там было написано, что желательно указывать, конечно, контактную информацию, кто вы такой, чтобы вас было потом просто легче найти. Ну и с этого момента я закинул всю информацию на флешку, там треки покидал.
Пришел на Суану, конечно, я жутко стремался в каком-то смысле, потому что, ну, блин, я ни разу не подходил к диджеям с флешками. И тут произошел момент, когда я тебя увидел, и такой, о, время настало, все. Ну, вот, подошел, отдал флешку, думал, что будет страшнее, но, как это говорится, глаза боятся, но руки делают. Вот. Ну, вот так и вышло. И круто вышло, на самом деле, благодаря этому ты, во-первых, тебе не нужно было ждать какой-то ответ на почте, ты сразу вот отдал. Поэтому, ребята, если вы хотите прислать свое демо, во-первых, вы не можете присутствовать на мероприятии, присылайте просто на demo@suandemusic.com, мы слушаем каждую неделю, всем отвечаем. Ну и, конечно же, не стесняйтесь на мероприятиях отдавать флешки, диски, виниловые пластинки можете давать. И если материал хороший, конечно же, мы его возьмем. Вот, ты дал флешку, твоя жизнь немного перевернулась, изменилась, ты уже с этого момента подписал 4 трека, мы с тобой записали совместный трек Mass Effect, который выходит в эту пятницу, кстати. И расскажи, пожалуйста, что ты дальше планируешь делать, что нам от тебя ждать, может какие-то вокальные треки, может вокальные ремиксы какие-то будут? Планируется один вокальный ремикс, но это пока секрет, ты, наверное, понял о чем, да. Также я сейчас... Углубился немножко в звучание Вигрума. Немного треков, но все равно очень интересно это звучание, поэтому я сейчас его тоже немножко развиваю. Ну и, конечно же, как-то говорится, жди демки новые. Будет очень много сюрпризов, я надеюсь, для тебя. Да, приятных, понятное дело. Ну, в общем-то, пока все, да, на этом. Ну, огромное тебе спасибо за твою музыку. Действительно, очень приятно было познакомиться таким образом. Твоя музыка, как говорится, сказала за тебя все. И надеюсь, что у тебя в дальнейшем будут только успехи. Спасибо тебе за совместную работу. Это было очень круто поработать с тобой, потому что идея мне очень действительно понравилась. И, конечно же, за сегодняшний гостевой микс с нетерпением ждем тебя снова и новых демок. Удачи тебе, ждем тебя снова. Далее мы ждем новинки от Йоши и Разнер. Также услышите композицию от меня и Диандра Фэй под названием In Our Memories. Также традиционная рубрика Suan The Gold Classic сегодня снова будет на виниле. А прямо сейчас новый релиз лейбл Suan The True от наших отечественных ребят DMPV и Unveiled под названием Tiziana. Давайте послушаем.
слушаете радиошоу Swan The Music, эпизод 332. Меня зовут Роман Мессер, и мы вещаем с Санкт-Петербурга на трех платформах ВКонтакте, на Фейсбуке и Ютубе каждый вторник. Спасибо огромное сегодняшнему гостю Алексею Якимову за прекрасный гостевой микс и, конечно же, за наш совместный трек Mass Effect, который выходит в эту пятницу. Вы могли слышать его на фестивале трансмиссии в Санкт-Петербурге, в Москве. Надеюсь, он вам всем понравился. Ну и опять же, сегодня по просьбам трудящихся, так сказать, традиционная рубрика Swan Gold Classic немного в другом формате, на виниле. Кстати, Алексей Якимов специально попросил на этой неделе композицию с Роксан Эмери под названием Lost and Found. Давайте послушаем прямо сейчас Swan The Gold Classic, Lost and Found. Моя композиция записана с Роксан Эмери. Поехали. You are listening Swan The Gold Classic. Swan The Music with Roman Messer.